профессиональной хоккейной лиги. Хотя, понятно, есть и противники канадских площадок. Вот буквально тут сегодняшним днем господин Славин из советского спорта. Ну, правда, аргументы его. Очень гол! 1-0! Отличная передача, бросок, касание. И никаких особых шансов-то у Якуба Ковержа не было. Хотя он пытался выручить свою команду. Вытягивался в струночку, выбрасывал ловушку, но... А вот у Якуба Ковержа уже вот в первой половине этого периода. Там хороший силовой прием в средней зоне. Максимум 2 очка у трех защитников. Никита Трямкин, Сами Леписта и Тобиас Виглун. И сейчас выход 2 в 1. Бросок! Ковардж! Еще один бросок! И вновь нереализован шанс. Перекладину, а вот сейчас Шарлинга. Первый бросок, сам же шайбу подобрал. Ну да, угол здесь был такой же островатый. Но, похоже, Ковардж вот второй раз не коснулся. Нет, вы знаете, коснулся. Где-то вот в район там блина и клюшки попал. Линглия, передача, бросок! Его партнеры. Молодой, достаточно талантливый американец. Люк Уокер отметился своей первой заброшенной шайбой. Как раз бросок. Последний матч против Бориса. Первый стартовый матч для себя в континентальной хоккейной лиге. Еще раз смотрим. Классный пас. И убежал же к воротам. Умел. Не побоюсь этого слова, для югославского баскетбола, для хорватского. Опасный бросок! И сейчас Ковардж выручает свою команду. С двумя бросками справляется. Но, в принципе, настраиваемся мы примерно поровну. Смотрим видео, разбираем команды, но по большому счету мы в настолько сильной лиге, что должны разобраться. Разобрались защитник и Ковардж. Артем Чернов. Занял место в штрафном боксе. Бросок! Где-то в район маски. 2-0! Очень быстро реализовано большинство. У гостей и 50% реализация. Ух, опасно! Здорово так подкараулил. Шайбу отскочившую от лицевого борта. Тоже ходит на хоккей. 7 минут сыграно в третьем периоде. И индивидуальная попытка. Чуть было не получилось у Алексея Ефимова. Ворота сдвинуты. Напомню, что в прошлом матче против минского «Динамо» не принимал он участие. Этого первого сезона проход брас в игре, что будет очень жесткая команда, что некая замена. Ох, шайба могла, что называется, за шиворот сейчас Барри Брасту залететь. Еще один бросок, не точно. С ним был матч против Бориса 2 дня назад. Да, тут учитывая, что 3 минуты ведь ни у Деканича, ни у Браста пока не было матчей, сыгранных на ноль. В принципе, статистика-то у Марка Деканича лучше, чем у Барри Браста. И по проценту отраженных бросков, и по средней пропускаемости, или так называемому коэффициенту надежности. Это повтор. Зритель, но без 50 зрителей аншлаг. Великолепная Америка Салаут. Ого, великолепная передача. Капитан автомобилиста с огромные жирные кавычки. Это надо так умудриться. Вот тебя никто не атакует. Это уже такой жест отчаяния. Длинный пас вперед. А тут Мэтт Мёрли готов принять, обработать, буквально-таки закатить. Первый матч на ноль Барри Браста. 3-0. Четвертая победа подряд подопечных Марка Френча.